Фактически родители есть, а толку от них нет. Почему лица, лишенные родительских прав, не выплачивают алименты и как с этим бороться? Проблему обсудили за круглым столом в доме ребенка «Малютка». В доме ребенка-малютка города Чебоксары находится 33 ребенка. Это сироты и дети, которые остались без попечения родителей. Те, кого лишили родительских прав, как правило, ведут асоциальный образ жизни и не работают, либо не имеют официального заработка. Отсюда главная проблема – алименты они не выплачивают. В таких случаях за дело берутся судебные приставы и прокуратура. За 8 месяцев 2018 года к административной ответственности привлечено 35 должников. Из них 23 должника не приняли соответствующих мер к погашению и уже в последующем были привлечены к уголовной ответственности. Одному должнику назначен реальный срок отбытия наказания. С одной из основных проблем, с которой сталкиваются приставы, невозможность установить фактическое место жительства родителей и отсутствие у них какого-либо имущества. Общая сумма долга в пользу воспитанников детских учреждений сейчас составляет около 12 миллионов рублей.